Чего только не выращивают жители Ивановской области на своих участках. Арбузы, виноград, кивана, ежеклубнику, томаты-гиганты, полуметровый огурец. Еще картофель любви и экзотические крукнеки. Это вид твердокорой тыквы. Хозяйственность ивановцев поражает. Например, томаты в снегу, икра царевна. Присылали даже фото собственной домашней марки детского питания. Пюрешка для Славика от мамы и братика. Еще одна приятная новость. Барсу на будущий год исполняется 30 лет. Поэтому эксклюзивные подарки для победителей конкурса урожая мы посвятили этому событию. Так что же получат самые хозяйственные жители Ивановской области? С барсом теплее. Первый лот – вот такой вот мягкий плед. Знаю, потрогать и укрыться им захотелось сразу. Еще фирменная термокружка с нашим логотипом. Горячие напитки будут согревать вас в дождливые и холодные времена. Но и это еще не все. Защищать от непогоды будет и наш фирменный дождевик. Собирайтесь в баню, под рукой всегда будет шапка с логотипом барса. Пускай вся баня знает, у кого в этом году был самый большой урожай. Ну и последний лот – попсокет. Вы спросите, что это такое? Это универсальный держатель для телефона. А теперь самое главное – кому же это все достанется? Не волнуйтесь, за это отвечает наша специальная комиссия. К выбору победителя они относятся со всей строгостью. Осталось совсем чуть-чуть, ведь три счастливчика станут известны совсем скоро. Но и на этом конкурсы от барса не заканчиваются. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс».